Первые подарки принесли сотрудники Центра молодежных инициатив. Строгих требований нет. Игрушки, канцелярия, сладости. Все, на что хватит фантазии у желающих поучаствовать. Главное условие, чтобы они были новыми. У нас есть активисты наших клубов, которые переодеваются в Деда Мороза, Снегурочку и поздравляют. Это будет у нас с 19 по 28 декабря. Мы будем активно поздравлять наших деток по городу и району. Мы охватываем где-то 80-100 детей. Вот так. То есть это уже, грубо говоря, почти, если уже пятый год, то есть уже порядка 400 уже объездили. Сбор приятных сюрпризов продлится до 25 декабря. Если нет возможности принести подарок, но есть желание принять участие в акции, то предлагается попробовать себя в роли новогодних волшебников и самостоятельно вручить собранные подарки детям. Все подробности можно узнать по телефонам, которые вы видите на экране.